Доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины Сергей Кивалов прокомментировал кризисную ситуацию, сложившуюся вокруг Конституционного суда. В частности, президент Национального университета Одесская юридическая академия отметил, законопроект, подготовленный президентом страны Владимиром Зеленским в качестве контрмеры на решение Конституционного суда относительно электронных деклараций, может иметь непредсказуемые последствия для Украины. Сергей Кивалов удивлен тем, что президент предлагает, чтобы страна осталась без Конституционного суда. Заслуженный юрист Украины напоминает, законы Украины не наделяют ни главу государства, ни его депутатов в Верховной Раде правом отправить в отставку членов Конституционного суда, и на уровне обычного закона нельзя прекратить полномочия судей КСУ. Законопроект является неконституционным и противоречит множеству существующих норм законодательства. Дай бог, чтобы парламент на это не пошел. Конституция не предусматривает возможности ни отзыва, ни увольнения судей Конституционного суда Украины. Иначе, чем прописано в самой Конституции, а уволить судью может только сам КСУ. Причина сложившейся ситуации на поверхности. Владимир Зеленский получил серьезное предупреждение от своих западных кураторов. На Западе выражают опасения, что Конституционный суд может признать неконституционным и законопроект о рынке земли, а значит и может последовать отказ в новых траншах и поддержке. Это еще больше усилит хаос в стране. Резюмируя, хочу сказать, что законопроект Зеленского не имеет отношения к законности. Я уже не говорю о верховенстве права. Я бы посоветовал президенту навести порядок в строгом соответствии с Конституцией, соблюдение которой он гарантирует как глава государства. Думаю, разумней было бы внести законопроект о восстановлении Е-декларирования и исправить проблемные нормы закона. Также следует назначить трех судей КСУ, которых не хватает.